Мне кажется, порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Они до сей поры со времен их дальних летят и подают нам голоса. Не потому ли так часто и печально мы за мукой глядим в небеса. Летит, летит по небу клин старый, летит в тумане на исходе дня, и в том строю есть промежуток малый. Быть может, это место для меня. Настанет день, из-под небес по птичьи окликая всех вас, кого оставил на земле. Работа ваша, Танечка.